Французские спецслужбы установили личность террориста, который подорвал себя в парижском пригороде Сен-Дени во время штурма 18 ноября прошлого года. Им оказался 25-летний Шакиб Акрух. Он родился в Бельгии, но при этом также имел и гражданство Марокко. Полиция считает, что именно этот боевик, в числе других, вел стрельбу по террасам парижских ресторанов 13 ноября. Ранее Шакиб Акрух воевал в Сирии и был заочно приговорен к тюремному заключению.